впечатления самые положительные. Мы сюда приезжаем уже не первый раз, уже второй раз, только потому, что здесь очень все замечательно организовано, потрясающая команда, которая работает над организацией фестиваля. Спасибо большое Кириллу, Руслану. Все у них очень четко. Нам очень нравятся условия проживания. Нам нравится, что мы здесь можем, во-первых, и распеться. Мы вокалисты, мы можем здесь позаниматься. То есть у нас есть все для того, чтобы хорошо выступить. Я хотела бы поблагодарить организаторов и сказать, что мы с детьми объехали очень много конкурсов международных и российских. И это первый конкурс, который организован настолько четко и правильно с точки зрения технической. А что касается эмоциональных впечатлений, то я думаю, что мы будем более полны эмоциями после объявления результатов. А сейчас хочется сказать, что дети очень устали, потому что работали на все 100%. И за это еще раз хочется сказать огромное спасибо. Нет, мне кажется, все было организовано очень на высшем уровне, потому что и гостиница, там, где выступающие должны быть, и обеды, и всякие такие мелочи, хорошо. Они хорошо вписывались во все, что сегодня здесь происходило. Главное то, что нам улыбались, когда нам что-то предлагали или что-то делали. Это, наверное, самое главное. Также их руководители. В общем, все, что связано с Петербургом, это, наверное, запомнится очень надолго. Все замечательно, абсолютно. Я думаю, каждый со мной согласится. Чудесный конкурс. Вообще, я хочу сказать огромное спасибо организаторам за такую возможность и для маленьких детей, и для взрослых. Я желаю им только успехов, дальнейшего продвижения и чтобы как можно больше людей имели возможность поучаствовать в их фестивалях и могли показать себя и чему-то научиться у других. Yeah!